Из народного адвоката. Народный адвокат и народный адвокат по защите прав детей являются автономными, независимыми институциями, учреждениями по защите прав человека в Республике Молдова. Это факт. Поэтому, конечно, люди должны знать о существовании вот этого института. Это не институт власти, не институт исполнительности и так далее. Это действительно по защите прав и свобод граждан. Но для того, чтобы было всем это известно, конечно, одна из главных еще задач Общества народного адвоката – это продвижение прав человека. Это пропаганда, если вы хотите, способов и форм защиты вот этих прав и свобод граждан. И здесь, конечно, люди должны не только знать свои права, но они должны знать и кому обращаться. Вот народный адвокат или институция народного адвоката – это как раз не институты вот адвокатов, которые упоминали сегодня вот опрашиваемые в процессе передачи. И народный адвокат – это тот, который защищает других. Прямой перевод с древнескандинавского. Это означает тот, который за других, тот, который защищает других. Поэтому в данном случае я, конечно, хотел бы порекомендовать гражданам Республики Молдова не пройти мимо вот деятельности народного адвоката. И народный адвокат провозгласил свою открытость на первой же пресс-конференции. Я назначен недавно, всего лишь полгода, но вместе с тем мы открыты, и главные источники нашей информации – это жалобы как раз и обращения граждан в офис народного адвоката. За деятельности вот бывших моих коллег и прошлых, и вот за это полгода, который я назначен, количество и процент принятых обращений увеличивается. Если раньше было порядка 20%, мы сейчас принимаем к рассмотрению за 2015 год около 33% уже. Это означает, что мы изучаем детально каждое обращение, каждая жалоба граждан, если там нарушаются права человека.